А сейчас, дорогие друзья, я на сцену с огромным удовольствием приглашаю людей с большой и богатейшей историей, которые образовались в Макане в 1983 году. Песни ветеранов группы «Каскад» — настоящие музыкальные реликвии. Каждая из них свидетельствует о том, о чем в те годы говорить не разрешалось. Ведь всем нам известно, что в течение 7 лет афганская песенная публицистика была под запретом. И сегодня эти все песни звучат во всех регионах нашей страны. И с гордостью называются имена их авторов. Итак, под ваши аплодисменты ветераны группы «Каскад» Кирилл Подойницын, Игорь Белов, Валерий Ренцентов. Поднималась зорька,